Безопасность более миллиона массовых мероприятий обеспечила Росгвардия за время своего существования. В этом году ведомство отмечает 5-летие. Результаты работы за эти годы обсудили сегодня на итоговой коллегии. Праздник двойной, еще и историческая дата. 210 лет создания войск правопорядка. Бойцы Росгвардии помогают проводить спецоперации и на земле, и в воздухе, и на воде. Федеральная служба оснащена самыми передовыми средствами вооружения и техникой. О проделанной работе ведомства рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов. Прошедшие 5 лет убедительно доказали своевременность и обоснованность принятых решений, проведенных реформ, оказавшие позитивное влияние на состояние национальной безопасности в зоне ответственности войск. За 5-летие войска совместно с органами внутренних дел обеспечили охрану порядка при проведении свыше 1 миллиона массовых мероприятий. Совместно с пограничными органами ФСБ проведено 380 операций и мероприятий. При оказании содействия коллегами из СИН приняли участие в пресечении 5 массовых беспорядков в исправительных учреждениях.